Вы всем хай, с вами Алена, и давайте я вам кое-что расскажу. На сайте RBX3 робоксы всегда в наличии. Курс очень выгодный, 1 рубль равно 2 робокса. Также на RBX3 множество методов оплаты, которые подходят для жителей всех стран и в разных валютах. Также в их телеграм-канале часто проводятся разные конкурсы на бесплатные робоксы. Ссылки на сайт и на телеграм-канал у меня в закрепленном комментарии. Ну а это, ребята, в принципе, все, что я хотела вам рассказать. И еще попрошу вас, пожалуйста, подписаться, потому что в скором времени я хочу себе добить 100 тысяч подписчиков. Сегодня я буду делать, как всегда, реакцию на Тянку. Если вы, ребята, хотите, чтобы я сделала на ваше неадекватное видео реакцию, тогда скидывайте ее в мою телеграм-группу. И это не обязательно должна быть какая-то Тянка. Это может быть все, что угодно. Моя телеграм-группа будет в закрепленном комментарии. А теперь погнали! Всем привет, мой воротян! Привет, воротян, и что же ты начала рисовать без нас? Как так? Я мне немного не засписалась, поэтому извиняюсь. Я не поняла, за что тебя извинять, но я тебя извиняю. Я рисую своего парня, у него нежно-голубая кожа. И как вы видите, он у меня краш. Ребята, кто понимает логику Тянок? Ну типа, это реально круто, что там у парня синяя кожа, та хоть зеленая там. Что у Тянок там разноцветные глаза, не, ну реально. Да-да, и он, чтобы вы понимали, он наполовину смурфик, а наполовину аватар. Я немного не понимаю, что она говорит, потому что слишком писклявый голос, но точно знаю, что несет она какую-то фигню. И я его очень люблю, смотрите, какие у него красивые и качественные глаза. И все говорят из-за этого, что он маленький-миленький утенок. Маленький-миленький утенок, что? У меня один вопрос, как выглядят его родители? Я его очень люблю, смотрите, какой он у меня крошик. Поэтому я вам желаю найти такой же любви, но у вас такого парня все равно не будет. Ребята, вы представляете, эта Тянка пожелала нам такой же любви, что вы представляете, какая она добрая. Я не дышу в микрофон, чтобы вы понимали, потому что у меня микрофон вообще на метр от меня. Я что-то не поняла, ты что, копируешь Вику Тян? Ты копируешь Вику Тян? Такой не прощается никогда. У него красивые коричневые волосы от природы, потому что если бы у него были волосы не от природы, то я бы его бы не любила. Боже, Синя, ну хотя бы волосы нормальные. Ты бы еще сказала, что у него зеленые волосы. Это был бы капец, разрыв. И вы спросите, почему тогда я дружу со своей ЛП, если у нее покрашенные пряди? А потому что она разрешает сжимать у нее свои вещи. Я у нее уже отжала красивую кофточку. Капец, зачем копировать других Тянок? Ты что, ты не Тянка? Зачем копировать других Тянок? Это предательство, вот. Да-да, кофточку. И да, у меня фантазия покруче всех других Тянок. И я вам посоветую еще 3 офигенных канала. Первый Дабл Бабл, второй... Я не поняла, что за реклама остальных блогеров? Ну ладно, раз уже на то пошло, я там интересно буду. Королева Малина и 3 Елена Райтман. Подписывайтесь на них. Капец, я сейчас плакать буду, а где здесь я? Меня точно предали. Ну, конечно же, вы думаете, что это все, но нет. Существует еще 2 крутых канала. Эй, ладно, так уж и быть, даю тебе 2-й шанс. Надеюсь, там буду я. На который я вам советую подписаться. Это Амелька Карамелька и А ну-ка давай-ка. Что? Я сейчас реально плакать не буду. Что за предательство, ребята? Капец. Короче, все, ребята, у меня депрессия. Давайте, всем пока. Вы что, думаете, я крутой аккаунт эти не подскажу? Конечно же, подскажу. Это MyGame. Это самый крутой канал вообще на свете. Он добрый, позитивный. Он не только по тянкам, он по бумажным ногтям, всякие по нейросети. То, ладно, все, у меня нет депрессии, я тебе все прощаю, все. Ты самая лучшая Тяночка. Нифига себе, хотя бы кто-то вспомнил, короче, эту рубрику... Как она называется? Нейросети, вот. Я думала, про нее уже все забыли. Просто есть еще канал у нее тупо Робокс. Ой, незаметно приняла участие. Да, меня заметили в прошлый раз.
И я хочу подключать вопросы. Ну, не вопросы, а MyGame, короче. MyGame, прости, что я тебя называю MyGame. Ладно, я буду тебе говорить, Алена. Ура, хотя бы одна тянка не называет меня по нику MyGame, а по имени. Да, если что, у меня имя есть, да. Просто на всякий случай, вдруг ты будешь делать реакцию с мамой или папой. Хорошо, разобрались насчет этого. Во-вторых, я не в третьем классе, я в четвертом. Га себе, капец, а я тоже, я не в третьем классе, я в седьмом. В третьих. Меня зовут Варя, я не ноунейм, сама ты ноунейм. Всем пока! Все, ура, Татьянка закончилась, я тебе тоже говорю пока. Меня подруга там просто ждет, она меня уже готова прибить, потому что я озвучиваю Татьянку, не хочу с ней гулять, вот. А так, всем до новых встреч, пока-пока.